Добрый день. У меня есть такие наушники. Называются вот так вот. Celebrite. Неплохие наушнички, в принципе, нормально играют. И, в принципе, недорого стоят. Кто хочет, в принципе, если что-то сломается, можно просто пойти и купить другие. Но у меня другой вариант. Я решил напечатать это все на 3D принтере. Душку, которая отломалась. Вот. Если у кого такая же проблема, вот предлагаю решение. Вот. Чтобы разобрать это все дело, разбирается оно вот так вот. Как бы не совсем просто, но ничего сложного. Вот она, защелкнута эта душечка. Тут по бокам, вот она лежит перевернута. По бокам есть ушки, которыми она цепляется с обоих сторон и держится там довольно-таки плотно. Если не знать, как ее вытащить оттуда, то ушко обламывается, так как в моем случае. Но это я напечатаю без проблем, я думаю. Хотя она может тоже еще и будет держаться. Нагрузки там такой нету, только так закрывает, чтобы видно было. Чтобы не видно было винтиков. Два винтика откручиваются и снимается защитная крышечка, вот, которая придерживает ось, чтобы она не выпадала. Вот. Так что теперь вот у меня все работает, все прекрасно складывается, раскладывается. На самом деле конструкция довольно хлипковатая, но ничего, если довольно-таки аккуратно носить. Она у остальных наушников не намного лучше. Здесь я уже клеил, а здесь просто решил напечатать. Чуть позже, наверное, и ту переделаю, чтобы были одинаковые и красивые.